Новый бизнес-центр класса А+, Ньютон Плаза, общей площадью 84 тысячи квадратных метров, находится на Варшавском шоссе в 5 минутах ходьбы от станции метро Надеждинская. Расстояние до третьего транспортного кольца всего 3 километра. Бизнес-центр был построен в 2013 году по архитектурному проекту, отвечающему всем основным международным и российским стандартам, предъявляемым к объектам подобного класса. Параметры, по которым выбирался производитель мультизональных систем, были следующими. Наличие широкой линейки внутренних блоков, как стандартных настенных и кассетных блоков, так и канальных, позволяющих осуществлять их скрытый монтаж помещений с высокими требованиями к дизайну интерьера. Второе – это уровень звукового давления и шума, генерируемого при работе систем кондиционирования. И последний, самый важный фактор, по которому утверждалась концепция систем кондиционирования комплекса – это возможность одновременной работы внутренних блоков в режимах охлаждения и нагрева, как по всему зданию в целом, так и в пределах отдельного этажа. Системы LG Multi-V4 полностью отвечают данным требованиям. В связи с архитектурными особенностями проекта и невозможностью установки холодильного оборудования внутри или на кровле здания было принято решение разместить наружные блоки систем кондиционирования для каждого этажа на специально отведенных балконах. Поэтому еще одним критерием, по которому осуществляется выбор бренда ВРФ-систем, были маленькая площадь, необходимая для монтажа и последующего сервисного обслуживания, а также невысокий вес наружных блоков. Поэтому из всех ведущих производителей подобного оборудования заказчик остановился на LG Electronics. Наружные блоки Multi-V 4 серии весят на 30% меньше по сравнению с наружными блоками большинства конкурентов, а уровень звукового давления при работе не превышает 65 дБ, что сравнимо с шумной улицей большого города. Благодаря тому, что каждый этаж бизнес-центра оснащен независимыми системами вентиляции и кондиционирования, компании LG Electronics удалось предложить индивидуальное решение для каждого арендатора, предложив им в зависимости от здания разные варианты мультизональных систем – двухтрубные системы тепло-холод и трехтрубные системы с рекуперацией тепла. Общее количество наружных блоков, установленных на объекте, составляет 178 штук, суммарный холодок производительностью порядка 5 мегаватт. Наличие в модельном ряду компаний разнообразных типов внутренних блоков и пультов управления позволило создать интерьер высокого класса, а низкий уровень шума при эксплуатации оборудования не отвлекает клиентов и посетителей бизнес-центра от рабочего процесса. Специальные комплекты для подключения испарительных секций охлаждения приточных установок, состоящие из электронно-регулирующего вентиля и платы управления, обеспечили быстрый монтаж систем холодоснабжения. Системы Multi-V 4-го поколения отличаются одними из самых высоких коэффициентов энергоэффективности при работе в режиме охлаждения. Например, наружный блок холодопроизводительностью 28 кВт серии «Тепловой насос» имеет показатель энергоэффективности при 100% загрузки, равный 4,68, а среднее значение холодильного коэффициента при неполной загрузке – 7,54. Для трехтрубных систем при определенных условиях данные значения могут достигать 8,5. Такие высокие цифры удалось получить благодаря применениям наружных блоков запатентованных технологий LG Electronics, среди которых система возврата масла с высоким давлением или инверторные компрессоры нового поколения, работающие в диапазоне частот от 15 до 120 Гц, что позволяет обеспечить быстрый выход на заданный режим, снизить энергопотребление. В течение последних лет в России, после принятия ряда законов, касающихся энергосбережения, многие заказчики обращают пристальное внимание на такие показатели, как коэффициенты энергоэффективности при работах в режимах охлаждения и нагрева. Мультизональные системы LG обладают одними из самых высоких подобных показателей среди ведущих производителей. В связи с этим и было принято решение остановиться на системах Multi-V как оборудование, которое поможет экономить электроэнергию. В сочетании с невысокой стоимостью обслуживания, возможностью простого поэтапного ввода в эксплуатацию и гибкостью при внесении изменений в конфигурацию систем, это позволяет окупить затраты на климатическое оборудование в течение сравнительного короткого периода времени. Наличие у компании LG Electronics собственного сервисного департамента, штата опытных инженеров и склада запасных частей позволяет оперативно решать вопросы, относящиеся к гарантийному и негарантийному ремонту систем кондиционирования. Все это позволяет снизить общие затраты при эксплуатации систем и вызывает желание продолжить плодотворное сотрудничество с LG Electronics. Мы рассчитываем, что в системах Multi-V 5-го поколения
компания LG Electronics смогла улучшить их основные показатели работы, среди которых, конечно же, потребление электроэнергии, возможность плавно и еще более точно поддерживать температуру в помещении и дальнейшее снижение шумовых характеристик. Хотелось бы также увидеть более мощные одиночные наружные блоки, что позволит нам использовать на новых объектах меньшее количество оборудования. Основываясь на положительном опыте применения мультизональных систем MultiV4 при реализации проекта «Бизнес-центр Ньютон Плаза», когда установленная техника полностью оправдала наши ожидания как с технической, так и с экономической точки зрения, мы с большим нетерпением ожидаем представления на российском рынке следующего поколения систем MultiV и возможности его использования в будущих проектах нашей компании.